за место под солнцем. Елена Родионова, которой 6 января исполняется 16 лет, двукратная чемпионка мира среди юниоров. С блеском выиграла она два взрослых этапа гран-при в США и во Франции. И в финале гран-при уступила только Елизавете Туктамышевой. Стала серебряным призером в Барселоне. Молодец. Елена Родионова с блеском исполнила свою короткую программу. Поражает вот ее уверенность в себе. Вот на протяжении всего сезона мы на этапах гран-при это видели. Она выходит и вот с какого-то момента просто исчезает за нее волнение, что она может допустить какую-то серьезную ошибку. Настолько она уверенно себя чувствует на льду, и эта уверенность передается и нам, зрителям. Ну вот, смотрите, оценка за технические элементы на данный момент самая высокая, где-то на 0,7, даже выше, чем у Елизаветы Туктамышевой. Ну и что еще важно отметить, и мы это видели на этапах гран-при, что не обижают ее арбитры и в плане оценки за компоненты, потому что, несмотря на юный возраст, тем не менее, она демонстрирует замечательное катание, эмоциональное, высокотехничное. У нее, безусловно, самая сложная в техническом отношении программа. Здесь каскад, тройной луст, тройной тулуп, за которую она получает очень высокую оценку, больше 11 баллов. Ну и здесь тройной Ридбергер и двойной аксель.
которые она исполняет во второй части программы. Ну и самое главное, ее программы, так же, как и программы Елизаветы Токтамышевой, они запоминаются, что бывает нечасто. Вот эту программу мы видим уже какой четвертый раз в этом сезоне. Я имею в виду ее исполнение на этапах гран-при, в финале гран-при, и вот сейчас на чемпионате России. Ну и какой же она будет? Все зависит от оценки за компоненты программы. Почти даже больше, чем на бал, ее оценка за технические элементы выше, чем у Токтамышевой. То есть их соперничество, которое мы видели в финале гран-при, продолжается. Да, на первое 74,13 балла. Это получается где-то на полбалла выше, чем оценка Елизаветы Токтамышевой.